Водопады уже начались. Мы пытаемся их преодолеть на машине. Не уверены, что получится. Болейте за нас. Переживайте. Мы стараемся изо всех сил. Водопады по колено. Мы уже были часов ехали. Да, мы уже почти 8 часов в дороге. И нам еще час. Около часа до канадской границы. Мы... С той стороны моста. Считаем до трех, а? Раз. Ну, считаем. Ну, а что считаем? Ну, мы через 3 секунды уже на другом берегу, и там уже Канада. Раз. Сейчас вот тут вот еще американская сторона. Мы переезжаем по мосту. Смотрите, вся та сторона, это уже канадская сторона. Все. Все, мы в Канаде? Нет. Нет еще? Сейчас проверят сейчас. А, вон впереди канадский флаг я вижу. Итак, через несколько секунд наши дети будут свидетелями того, ради чего мы их сюда везли так далеко. Раз, два. Зим, что ты видишь? Я буду умнее. Вау. Эй, семейство. Майя. Зим, на папу посмотри. Майя. Эмили, теперь ты представляешь, почему мы ехали так далеко и ради чего? Зив. Зив. Зив, стоило ехать так далеко? Смотри на меня. Эмили. Майя, привет. Спасибо. Смотри, сколько чаек. Там очень. Ава! Эмили! Эмили! Сейчас мы будем кататься на И вот так вот мы подплывем к водопаду. Мы находимся на канадской стороне, а с этой стороны американская сторона. То есть можно и оттуда тоже посмотреть водопад. Зив, тебе нравится? Очень. Майя? Смотри, какая чудо природа. Ой.
сколько? Зив, пару минут. О чем идет речь, Зив? Что происходит? Не-не, ты тут получаешь. Зив. Зив, что происходит? Мы сейчас идем в парад. Кидали флешморозы для других аттракционов. Зив! Майя! Ух ты, как тебе красиво! Зив запутался. Зив, идем, я тебе помогу. Секундочку. Зив, ты порвешь его. Аккуратненько. Секунду. Папа, помоги мне. Можно тоже жалко ставить. Одевайте тоже. Просто Слава! Пустосовый. Игорь! Ну, да. Все свои красивые! Это не... А, не оттуда, ну может, да. Что, надо крышку переодеть. Ладно, я кормлю. Первый раз я вижу в моей жизни мужики в плаче. Помимохат моего папы. Это не платье, это плащи. Когда мы будем приглядеться, можно даже увидеть радугу. И потом мы будем на корабле после водопада, после нефти. И благодаря земляне мы будем здесь. Вот, оплывем мы до той стороны, секунду, вот этого водопада. И подплываем вплотную к нему. Наверняка мы, наша очередь будет вот после этого корабля. Итак, через несколько минут мы выплываем. Покажи радугу. Мы специально, учтите, целый день душ не принимали. Мы ждали этого. Ой, какая радуга красивая. Где? Ой, мы находимся на смотровом колесе. Сверху можно увидеть водопад. Подожди. Который сейчас освещается разными фонарями. Весь город. И музыка.
Ні, він красивий. Поки помити треба було стекло. Або гольф шавиз, я там є звірження вулкану, можна там увидіти. Наші, а з лямо ні, лямо лохотху. Боїться? Ми зараз підемо в ліс, да? Вот видишь, сейчас мы падаем. Видишь, сейчас мы на самом деле ходим, даже мы и так падаем. Боишься? Бойся. Не слушай Зиму. Тебя просто так... Прикольно. Ну, ты смотри, потому что рука тут не боится. Видно на графон. О, сейчас уже начинает потихоньку цвета пошли. Я думаю, второй раз нас поднимут, мы точно ее увидим. Да, они же сейчас заполняют, меняют людей и сделают...